В России снимают документальный сериал про жизнь настоящих героев. Эти уникальные люди живут в маленьких городах и селах по всей стране. Они не сетуют на обстоятельства, а ежедневно улучшают мир вокруг себя. После работы тренируют детей во дворе, поддерживают местные традиции. Воспитывают сирот и спасают одиноких пожилых людей, меняя жизнь к лучшему. Таких людей фонд Тимченко поддерживает на протяжении всей своей десятилетней истории. Но поддержка – это еще не все. Они решили рассказать об этих ежедневных подвигах. Поэтому команда фонда отправилась в экспедицию по России, чтобы создать кинопроект по невыдуманным сюжетам. Все будет хорошо.